Сколково, которые ничего не боятся и делают уже второй год подряд интересную регату. Команда Сколково Sailing Team, которая зарегистрирована в 2014 году, сегодня является организатором. Мы благодарим наших партнеров, официальный автомобильный партнер компании Cadillac, который представляет сегодня уникальный автомобиль. Можете посмотреть Cadillac XT5, единственный в России, в сентябре только появится на продажу. Можно сегодня записаться на тест-драйв. У нас есть большое количество партнеров. Я еще упомянул о travel-партнере Зелецкий Corporate Travel Solutions, который тоже сегодня скажу пару приветственных слов. И будем потихонечку начинать. Это площадка ресторана «Водный стадион» Royal Yacht Club. Мы очень рады, что мы сегодня проводим именно здесь, в Москве. У нас сегодня будут интересные гости, гонка флота разных индустрий. Вы, наверное, заметили, что флаги представляют разные индустрии, начиная от ритейла, заканчивая букмекерскими различными организациями. И в самом начале, прежде чем приветствовать вас, я бы хотел пригласить выпускника Executive MBA Бизнес-школы Сколково, командора команды Сколково Sailing Team Руслана Мухамедьянова. Наши аплодисменты! Дорогие друзья, очень рад приветствовать вас сегодня здесь, на площадке ресторана «Водный». Не побоюсь этого слова, на нашей, наверное, тренировочной базе, спасибо тебе, Катя Путина, которая владеет этим флотом замечательным, мы в очередной раз открываем эту регату «Сколково Тропи» для правых конвентов для выпускников «Сколково» и в очередной раз пытаемся заразить вас парусным спортом и попробовать вам свои силы в гонках флота на воде. Вот. Сегодня нас ждет очень много интересных активностей. Погода немножко нас не радует, наверное, но когда радует, отлично. Но, да, настоящих бизнесменов дождь и ветер никогда не пугает, а наоборот, только радует. Поэтому желаем хорошо провести сегодня время, развлекаясь и получать удовольствие от сегодняшних гонок. Ура! Спасибо большое. Это Руслан Мухамедьянов, капитан команды «Сколково Sailing Team». Друзья, мы продолжаем, поскольку это мероприятие организовано выпускниками бизнес-школы «Сколково». Это ведущая бизнес-школа России, частная бизнес-школа. В этом году отмечает 10 лет. У нас проходит конвент выпускников. Представлены разные программы. Сегодня можно будет познакомиться с программой «Стартап Академия», которая выступает на одной из лодок. Мы желаем удачи ребятам. Но а напутственное слово от бизнес-школы «Сколково» поприветствуем ректора Московской школы управления «Сколково» Андрея Владимировича Шаронова. Добрый день, дорогие друзья. Очень рад вас видеть, поскольку конвент идет уже третий день, и я выступаю третий день, чтобы вас больше не тошнило от большого количества выступлений, я постараюсь быть очень кратким. Я хотел высказать слова благодарности Сколково Sailing Team, команде, которая радует нас своими результатами и которая закладывает традиции. Вот хорошая школа отличается просто от школы тем, что у хорошей школы очень много традиций. И то, что делает сейчас наша парусная команда, это вот очень важно для того, чтобы наша школа постепенно врывалась в элиту, чем мы все и занимаемся. Поэтому первое, что я хотел сказать, поблагодарить нашу команду, Руслана, Юру, Александра, Андреаса и многих-многих других, которые, в общем, прикладывают усилия. То, что вы здесь видите, пьете, кушаете и на чем ходите под парусом, это все, в общем, усилия нашей команды. Вот. Второе, я хотел высказать слова радости по поводу десятилетия нашей школы. Это действительно явление. Мы не очень отдаем себе в этом отчет, но вот вчера Греф выступал у нас на одном из мероприятий конвента, и он сказал, что когда к нему пришли предприниматели и сказали, что они хотят построить частную школу мирового уровня, он сказал: окей, ребята, когда столкнетесь с непреодолимыми препятствиями, приходите, я дам вам деньги. Они так и не пришли. И они построили школу, в которой мы все учимся и работаем сейчас. Это фантастический результат. Я сейчас много общаюсь с ректорами различных мировых бизнес-школ, и я вижу, как меняется отношение. Сначала это такое снобистское отношение, кто, что, чем вы там занимаетесь. А вот сейчас это понимание, что мы не просто новая школа, молодая школа, что мы пытаемся изобрести свой путь. И это очень интересно, когда все бизнес-образование сейчас переживает определенный кризис, что такое MBA и так далее. Мы
несем очень интересные светлые идеи, на которые мир смотрит все более и более внимательно. Поэтому я хочу всех поздравить с десятилетием школы, сказать, что мы создали очень неплохой коллектив, чему я очень рад, удвоим усилия втроем. Спасибо. И наша команда «Сколково Селинг Тим» появилась благодаря уникальной спортсменке, которая организовала прекрасную кампанию про яхтинг. Это чемпионка Европы и мира, мастер спорта международного класса. Мы на «Суменда Найт Рейс» посредственно начали здесь выступать, теперь наш клуб разросся, выступаем на международных регатах. Прошу приветствовать прекрасную и неповторимую Екатерину Скудину, которая предоставила нам флот, и компанию про яхтинг. Ваши аплодисменты! Мне очень радостно видеть такое количество начинающих яхтсменов, тут уже продолжающий яхтсмен. Для нас, конечно, Сколково — это отдельная любовь, потому что, да, действительно, мы, наверное, втянули Сколково Sailing Team, вот такой уже серьезный парусный спорт. Мы видим, как развиваются успехи команды на международной арене, и выигранные NBA трофи, и участие в международных регатах. Сейчас RC44 запустили, уже совсем профессиональная регата. Но надо сказать, что и проект про яхтинг тоже немножко изменился благодаря вам. Мы вас очень любим, ценим, мы вас ждем здесь, на территории Royal Yacht Club, на вечерних регатах, просто в гости. Мне кажется, яхтинг — это прекрасно, яхтинг — это очень совместимый с бизнесом, на самом деле, вид спорта и отдыха. Здесь есть необходимость проявлять все те же самые качества, что проявляются в бизнес-среде, поэтому, мне кажется, наша синергия, она вот только будет цвести, даже, я бы сказала, развиваться многократно, да, и мы, конечно, очень рады, если вы будете к нам приходить, мы вас любим, ждем и желаем всяческих успехов. Спасибо. Ура, спасибо большое, Екатерине Скудиной. Правда, большая честь, что мы сегодня выступаем в таких прекрасных плотках, в плоту Бенетут 25, компания Pro Yachting, наш постоянный партнер, и правда, это любовь. Двигаемся дальше. Слово выпускнику бизнес-школы «Сколково» Вадиму Зеленскому, который представляет компанию «Зеленский Corporate Travel Solutions», выступил сегодня партнером нашей регаты. Вадим, буквально парочку слов. Поприветствуем нашего партнера, помогает развивать не только туризм, но и парусный спорт. Спасибо большое, друзья. Хочу поздравить вас всех с таким прекрасным мероприятием и с тем, что у школы есть такая успешная яхтная команда. Это, я считаю, однозначно повышает, если пока Сколково еще не входит в рейтинг международных школ по уровню образования, то по уровню яхтенных клубов, наверное, я знаю, мы самые первые. Так что ура! Для моей компании большая честь поддерживать это мероприятие и успешную команду. Мы занимаемся бизнесом, который на самом деле нужен каждому юридическому лицу. Это обслуживание командировок. Я буду рад ответить на ваши вопросы. Если у вас командировок нет, их нужно срочно организовывать. Летайте, товарищи, не останавливайтесь, бизнес это нужно. Вам погодного ветра сегодня, удачной гонки, поменьше дождя. Ура, друзья, хорошего дня. Друзья, у нас через полчаса начнется уже тренировочная гонка, и в 4 часа трофи, Сколково Sailing Trophy, у нас будет 10 экипажей, мы их отдельно представим. Сейчас для всех зрителей и гостей у нас интересная развлекательная программа. И начнем мы с музыкального коллектива «Хэнд». Молодая амбициозная группа, которая готова перед вами выступить здесь в любую погоду. Наши аплодисменты. Друзья, начнем. Привет, друзья! Как дела у вас? Не слышу, как дела у вас? Я смотрю, здесь собралась одна большая команда чемпионов, да? Отлично, мы группа «Хэнд», друзья. Если позволите, расскажем пару историй для вас. Как считаете? Ну тогда дайте мне услышать звук ваших сердец, друзья.